Как дела? Отлично. Замерзла? Да, очень. Милен, ты ревнуешь, что ли? Мы общаемся просто. Не, не ревную, просто захотела обнять. А до этого не хотела? Подожди, а вы в паре? Нет. Нет? Ей вот вот. На, птица на хвосте принесла, что твоего-то уводят, типа там. А ты прибежала. Они просто общаются, рязко. Я знаю, так обнимает только меня он, понимаете, только меня. Понимаете, вот и все. Обнимает. А спит-то он со мной. Ой, ну, а меня обнимает. Я ему тепло даю. И что-то он не ждет твоих поцелуев, а когда я говорю, когда я его не целую, что-то он такой, типа, а, значит, не поцеловал за то, что я тебя спас? Слушай, ну, Лёшка. Ой. Слушай, ну вот Лёшка, ну это же Лёшка. Ну. Ладно, это Лёшка, да, Лёшка. Он не может отказать. Конечно. Он может нахамить. Конечно. Но со мной он даже рядышком теперь на лобном сидит. Конечно. Только чисто внешне. А давай с тобой поиграем в игру. Нет. Давай, чисто внешне. Лилиана, давай. Лилиана. Думаю, также 5. 5. Внешне. Милена внешне. Выпрямись, сядь. Нормально. Также 6. 6. Мариана внешне. Тоже 6. Ой, ну с тобой играть неинтересно. Чему? Ну, что ты всем вот так, наверное... Ты просто обидеть кого-то не хочешь, вот и все, ну, я да, уверена зачем, в этом. Лёш? Да, я считаю, что вот у вас у всех, кроме этой девочки, очень красивые фигуры. Миша. Хорошо. Вот смотри, а, например, у Оксаны. Ты тоже даешь ей 6 внешне? По фигуре, ну да, вот меньше. Меньше, конечно, меньше. Мне просто нравится, ну, худенькие, стройные. Единственное, вот реально, чтобы обращать внимание, чтобы реально за то, чтобы лучше бы волосы не были не нарощенные там. Ну, вот естественно, пустоту. Да. Внутри. Милена. Ой, как она тебе? Ты уже... Нет, внешне и внутри. Вот мы разделяем это. Общая картинка внешняя и внутренняя. Наверное, нет, он со мной общался как... Нет, слушай, нет, слушай. Мне все равно нет, его ответы. Я-то знаю, что а он мне лично говорит, а что он говорит тут. То есть он говорит тебе одно, а здесь при нас другое? Какая разница? Потому что у меня вопрос, как тебе Лина? Миленка, ты что тут грустишь? Потому что мне обидно. Он никому не нужен был. Мне стал нужен, и в итоге он теперь всем нужен. И он себе эту звезду поставил, то что, а, я всем нужен, тогда, значит, не Милена уже. Тогда, значит, со всеми по чуть-чуть. Мне больно. Я же не знаю, что делать. Я хотела вот это свидание ему сегодня сделать, но никак. Я же ничего не понимаю. Видишь, просто рязко она взяла такую, я играю, мы дружим. А насчет Марьяны, он сам видит, что она фигра там, фигра здесь, вообще не пойми что. А ты ему честно говори о своих переживаниях. Ну туда и Илина уже приписалась, которая мне так помогала, а в итоге сама к нему лезет. Ну Илина сейчас пойдет на свидание с этим, с Ваней. Тем более Илина, он без вас тут уже 1-1.5 месяца ходит. Месяц точно прошел. И он не нужен был никому. Да. И теперь он нужен Илине, Марианне, всем. Просто всем. А ты не хочешь сейчас с ним поговорить? Да чего мне с ним разговаривать? Пусть со своими тёлками базарит. Вы видели, какие листы здоровые? Да, классно. Вы зацените, ого, какая была бы крутая идея. А так что не имеет доделали-то? Потому что Витя, блин, расстроился. Почему? И это были мы. О, давай. Вот такие арки. Классно. Вообще крутые арки, да? Реально. Прикинь, да. 6 ну, листиков, такие 3 ряда. 1, 2, 3. Да. И в конце он ее проносит через эти арки. Очень круто. И становится на колено. Да. Почему не доделали? Давай доделаем. Ну, потому что Витя не хочет. Он обижен. Так давай доделаем мы, сделаем сюрприз. Это будет не то. Почему? Он должен сам, потому что это изнутри должно пойти. Обид должна пройти. Ой, Леш, что ты такой правильный? Ну, потому что не то будет. Я ему предложил, я говорю, я сам хотел сделать, но потом понимаем, что это будет. Почему ты такой идеальный? Я не это чего, я не идеальный. Мне кажется, если честно, что Марианне тоже тебе нравится. Мне тоже кажется, что я заметила, что Марианне нравится мне. На самом деле очень странно, почему ей нравится столько много людей, все разные типажи. Посмотреть даже... А мне кажется, Егорка ей не нравится тем, что Егорка, он... ну, сухарь. Он как амеба, знаешь? Что ты делаешь? Не делай, Маш. А я уже всю тело себе так сделала. Он как амеба, знаешь, как... просто амеба. Нет, я просто скучно будет с Егором.
А Бизнес, он веселый. И вообще я не понимаю Марианну, что ей нравится сначала там, кто там, Кучеров, потом Кудряшов ей нравился, потом ей нравился. Кучеров ей не нравился. Нет? Не нравился? Не нравился? Кучеров ей не нравился. А, потом ей нравился Сорока, сейчас Витя, потом Безус. Лен. А что со мной? Интересно. Ты мне начал нравиться? Ты до этого никому нафиг не сдавался, кроме Ряски. После того, как ты мне понравился, все видели, о, разгорается какой-то огонек, хайп, давайте-ка мы туда влезем. Никому ты там, блин, не нравишься ни с химией. А ты этим питаешься. Ты вот словил, наверное, себе звезду альфа-самца, то, что, о, сейчас ты всем нужен, давай-ка я буду там со всеми что-то там говорить. На байдарке ты мне говоришь, что ты, я единственная девочка, которую ты сейчас так вот выделяешь, самая симпатичная, но при всех ты ставишь меня на один уровень. Просто она спросила в целом. И вчера, когда ты там, например, держала меня за руку, ожидая, пока Никита там обольет, там зеленка, еще что-то, мне это не понравилось. Ладно, скажи, чего ты хочешь? Я не хочу на тебя навязываться и так далее, но при этом мне это неприятно. Мне неприятно то, что ты вот сейчас сидишь в комнате с тремя тёлками, которые к тебе лезут. Ну что вы говорили, не хочу сейчас что-то там выделять, как ты сейчас делать после этой ситуации. Да, ты сейчас просто... вот так вот в голове, у меня сейчас вот так вот в голове, что мне сделать? Да, ты просто хочешь побыть со всеми тёлками. Да, в принципе, нормально. Ладно, я же могу просто со всеми общаться. Вообще все с кем угодно. Так кто это там, тёлки? Не могу. С грязью обливаешься. Я сегодня попрошу Юлии Ефременковой, чтобы мы поехали, я, ты, Марианна, в отель без камер. На ночь. Джагу-джагу. На ночь. Джагу-джагу. А ты, малыха, сиди здесь и плачь. А ты, малыха старая, вот за базаром своим следи. А почему нас грязью обливаешь? Тебя я грязью не обливала. Я сказала то, что ты просто начала лезть старая. Почему лезть? Я общаюсь с человеком, нельзя общаться. Что? Только давай. Я со всеми общаюсь. Что ты говорила на поляне? Фу, да мне Бизнес вообще не нравится. Нет, не, фу. Я со всеми общаюсь. Слушай, да я договорю. Какая тебе разница? Ты просто поняла. Витя, Витю тебя не достать. Ты перешла что на ты Егора. Егор, ты будешь что-то на мне. Я Егора, ты меня грязь обливаешь. Какого Егора, что-то не горит? И тут тебе, а, так, у Бизнеса вокруг хайп. Пойду-ка я туда. Господи. Я общаюсь. Мне нельзя общаться. Мне тебя надо спросить разрешение. Я не могу понять. Отвела его в сторону, хотела попросить у него просьбу, ты обидела. Я спросила, Елена, вы в отношении? Могу я спрашивать у него что-то? Ой. Нет, мы не в отношении. Пошла, обиделась. Я общаюсь с человеком. И буду общаться с кем момент. Я захочу. А я ты меня грязью не будешь обливать. Что поняла? Я сказала, тихо, давай, тихо, обоснуй. Тихо, обоснуй, тихо. Что я сказала. Я, во-первых, тебе не тёлка, поняла? Почему врезал? А? Ты что, он тут пришёл? Потому что он все время по-разному все говорит, мне это уже надоело. Пойдем. Иди. Куда ты? Что ты мне снова скажешь, типа, ой, нет. Между нами ничего нет, зачем ты так эмоционируешь, зачем ты так иди, это и то? Ой, пойдем, мой тихо не сделать. Давай поговорим нормально вдвоем. Объясни мне причины твоего расстройства. Да потому что тебе никто из них не искренен, они все портят. Они пытаются меня вывести на эмоции все время. Я честно, я не понимаю, где правда. Я не понимаю, где ты со мной наедине или где ты со всеми. Не могу я с ними быть на одном уровне. Когда я с тобой рядом, мне хорошо. Я честно, я сейчас не хочу ни отношений, ничего. Я понимаю это. Короче, думай, что когда ты меня бесишь. Не хватит. Ты меня раздражаешь, хватит. Вот реально. Елена, ну хватит, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну хватит. Присядь, пожалуйста. Пожалуйста. Все. Присядь. Ты бесишь меня куда-то сливать. Я просто хочу пожить, потусить немножко. Да живи и туси. Я тебе никто. Я просто тупая дура. Что ты?